Все идем к колесику. Колесико, видишь, ручки поставила, носик кверху подняла и топаешь. Сегодня у тренера-постановщика Людмилы Сосницкой занятия с самыми маленькими. Возраст от 4 до 8 лет. Общий язык с детворой спортсменка находит без труда. Опыт, который у меня был, всегда подсказывает, где ручку поправить, ножку. И дети всегда разные, к ним нужен индивидуальный подход для работы с ними. Всегда желательно позитивное настроение, улыбки и все-таки игра. Дети же это дети. Молодец, ты сегодня с коняшкой с какой. Она вот будет... Она не... Ну ничего страшного, она у нас на льду зато красиво будет стоять, да? Да, у нее есть тоже коньки. Здорово. Ну, мы их на лед сейчас поставим. Она будет наблюдать за нами, как мы и что делаем. Людмиле Александровне Сосницкой 21 год. Для спорта возраст внушительный. В свое время на спортивное становление молодой фигуристки оказало влияние ее семья, где отец и дядя были мастерами спорта России по мотоболу. Меня родители отвели на фигурное катание. Из 4 лет все развивается и развивается. Я мастер спорта по фигурному катанию. Состою в сборной России. Кубков России и международные соревнования. Свои знания подрастающему поколению Людмила Сосницкая передает в перерывах между соревнованиями российского и международного уровня. Я действующая спортсменка, представляющая Россию на всероссийских соревнованиях. Вот сейчас у меня предстоит турнир, второй этап Кубка России по фигурному катанию. И я собираюсь совмещать и свою работу. Чему-то учусь, привожу что-то новое, и работа идет, от этого интересней. Несмотря на то, что фигурное катание – спорт травмоопасный, опытный тренер Людмила Александровна учит прежде всего правильно падать и уверенно стоять на коньках, а занятия больше похожи на веселую игру. Ребенок у нас идет с удовольствием, соответственно, ей комфортно заниматься. Ей нравится, тренер ей нравится, она каждый раз спрашивает, когда мы, у нас следующее занятие, когда мы пойдем заниматься. Немногословные начинающие фигуристки, среди которых и Дана Чернова, ходом тренировок также очень довольны. Скажи, а твой тренер тебе нравится? Да. Она строгая? Не очень. С этой группой Людмила Сосницкая работает недавно, но с удовольствием отмечает, как ее подопечные делают первые успехи. У нас сейчас будет 4-е занятие. Они у меня уже умеют стоять на коньках, делать саночки, фонарики. Я считаю, что это большой успех. Начало – это самое главное в фигурном катании. Как детей научишь технике изначально, так они дальше и проявят себя. Людмила признается, что для нее не важно, станут ли подопечные спортсменами или нет. Главное, чтобы эти дети почувствовали уверенность в себе и в своих силах. Но кто знает, может быть, и их имена мы увидим в списках призеров соревнований по фигурному катанию. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Евгений Садовский. Видное ТВ.